Девочки, ассаламу алейкум, всем доброго времени суток. Тот первый салат у нас уже заканчивается, девчонки. Вот сняла вам новый рецепт. В этом салате, в корейском салате, у меня еще дополнительно присутствует белый кунжут, девчонки, и лук репчатый. Я добавила к этому салату. Добавила чуть-чуть, у меня зеленый острый перец тоже кружочками порезан. Был в морозильной камере. Я чуть-чуть для красоты тоже и зеленый перец добавила. Тот рецепт, знаете, девочки, я добавила еще ложку сахара. Простите, не сахара, а соли. Мне показалось мало соли. На упаковке вроде написано было, что соль очень соленая. Этой соли у меня раньше не было в соленях, поэтому я тогда добавляла только одну столовую ложку. Но на следующий день, если даже вы мало добавили соли, вы можете отрегулировать рецепт, можете соли добавить. Это ничего страшного не будет. Главное не переборщить. Салат в это время, в холодное время года, очень к любым супам, к столу очень кстати. Вы тоже, девчонки, готовьте этот салат. Рецепт у меня будет под видео. Смотрите, у меня здесь лук. Режете на полукольца, лук добавляете. Пропорции я вам внизу рецепта напишу. Тот рецепт тоже был очень удачный по тому рецепту. Очень вкусно получилось. А сейчас я наткнулась, брала куркуму с полки с приправами и увидела белый кунжут. Его же тоже сюда добавляют. Поэтому в этом рецепте, это новый рецепт, в нем лук и кунжут. Все остальное по старому рецепту. Так что, девочки, не пожалеете, готовьте. Это абсолютно несложно. Произвольно порезали капусту, морковку, например, сегодня подготовили, морозильную камеру забросили. И когда есть время, раз, быстренько все соединили, подсолнечное масло подогрели в сковородке и в конце все заливаете все это. Так что всем советую этот салат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Девочки, я с вами прощаюсь.